Всем привет. Привет. Сегодня мы куда едем? На концерт. Арии! В наш город приезжает группа Ария. То, что мы слушали долгое наше время. Это группа Ария. Сегодня будем зажигать и песни слушать наши любимые группы. Так что let's go! Уже не ждем, что проснется мир.
большое, Огненс, вам за то, что в эти непростые времена вы посещаете концерты, ходите на них, помните про группу. Спасибо огромное. Тут на самом деле каждый состоявшийся концерт — это праздник не только для вас, но и для нас. Спасибо! Группа «Ария»! Барабаны! Максим Удалов! Гитара Сергея Домов! Гитара Владимир Холстинин! Человек, который празднует сегодня свой день рождения на боевом посту. Бас-гитара! Большое спасибо. Поздравляю. Спасибо. На самом деле, наверное, каждому было приятно справлять день рождения на сцене. Спасибо моим друзьям. Спасибо судьбе. Спасибо вам всем за то, что имею такую возможность. Да. Спасибо большое. Ну что ж, мы искренне надеемся, что совсем скоро вернутся наши старые добрые времена, в которых наша гастрольная жизнь так похожа на замкнутый круг. Концерт «Арии» в нашей жизни. Супер. Было просто супер. Они исполнили самые топовые песни, наши любимые песни. Мы подпевали, эмоции просто
огонь, много очень. Сейчас пойдем купим себе футболки. Да, все было просто восхитительно. Сейчас пойдем купим себе сувениры, футболки, может быть, еще что-то купим. И, кстати, для девочек наших футболочки купим. Ария с нами тоже будут слушать потом нашу самую крутую группу, самую любимую группу нашу. Так что всем пока-пока. Пока. Мы купили себе вот такие крутые футболки. Следующий концерт обязательно придем в них. И будем зажигать под нашу любимую группу Ария. У-ху. Да, уху. А маечки какая футболка? Это маечкина футболка, да, будет вот красивая, да. А вот герой это Марина, да. Герой асфальта.